Алексей всех там победил. Он только не добрался до дротиков. А дротики принесли бы ему мировую славу. Я видел в нем отличного дротиста. Уехал бы в Англию. Меня бы забрал с собой. А я тут сижу один. Преподают за дротом дротики. А вы простите меня. Штангу залез. Я не придал значения, ведь тогда я был еще балбес. И эта штанга чуть меня не превратила в майонез. Вот что такое спортивный интерес. Это зло, будто вселяется бес. Нужна победа, победа нужна позарез. А в башке? А в башке вообще темный лес. Вот, к примеру, мой сосед, Антоша Бондарез. Весь рельефный, как Геркулес. При знакомстве всегда демонстрирует пресс. Личный тренер Америков кричит: я съест, виден прогресс. Ну и что в итоге? Взял рекордный вес, порвал очко. Теперь у него вместо очка протез. Врачи говорят, что его тело способно лишь на простейший процесс, такой как фотосинтез или фотогенез. А тренер? А что тренер? Тренер исчез. У сраки Антошиный стресс. Лучше бы с нами в подъезде жрал чемеркес. Теперь его спасет лишь обрез. Вот такой замес. Спорт — это зло, но мне повезло. Меня это зло стороной обошло. Спорт — это зло, но мне повезло. Меня это зло стороной обошло. Спорт — это зло, я еще в школе это выучил. Когда по лицу баскетбольным мячом получил. Охуели даже врачи. Сколько месяцев лопуха лечил. Это че? Был сильнее пущик, такой Кириллыч. Да он жил, не тужил, не гнил, по пустякам не ныл. В меру пил, в меру курил, на выходных на пруд ходил. Рыбку ловил, он рыбку ловил. И вот красавчик Кирилл, да, женский пол его любил. В спорттоварах не удочку, а ласты купил. Ну маску, там трубку, дайвинг его покорил. Стал Кирилл известным, но нет в кучках вынырных. Укурил, много новых мест Кирилл. На земле открыл, рил Кирилл, не горил Кирилл. И вот, как-то через Тихий океан Кирюха плыл. А навстречу то ли акула, то ли крокодил. Спасите, братцы, пиздец, как плавать забыл. Хорошо, что рядом какой-то бешеный рыбак тусил. Только яйца похоронит ил. Теперь Кирюшка, Кирюшка, обними. Спорт — это зло, но мне повезло. Меня это зло стороной обошло. Спорт — это зло, но мне повезло. Меня это зло стороной обошло. Спорт — это зло, уводит друзей наших в подвалом на гитаже. В секции боя рукопашного Энишем уставший на тренажерах пашет, груши душит. Ногами машут, это страшно. Нахуя же спрашивается, на ринге ебашится, ебло крошить фарш. Оно же снашивается, оставшись с утра пораньше. Бежать не страшно, мороз. Мороз по свежей каше. Пусть меня винится, я чаша. Вот вам пример ярчайший. Один мой кореш Паша, решивший проявить и мотавший задом оставший в лес на Санкинскую башню. Поймав кураж, теперь я через трубочку каши писаю через дренаж. А у него постарше растяжка. Теперь Паша тяжко, он на растяжках. Рядом друг Яшка ухаживает за бедняжкой. Всегда наготове судно, если полезет. Но это не Яшин блажь. Яша попавший, он парашют укладывал пострадавшу. Но мне сустроп этот долбоёб безбашенный уложил рубашку, рубашку и подтяжки. Но ненарочно Яша поступил по-свински. Даже внося парашу, он что-то поёт по-английски. Love your peace you. Но в его мечтах не Бритни Спирс и не Жанна Фриске. В его мечтах лишь Маша культуристка. Без риска для жизни сиську не потискать. Жопой Маша жесткая, как музыка Олимпийский. Хотя раньше была мягче водка и слаще риски. Раньше Маша ходила на диско и Галабинский. Теперь я свист и пьет сок из редиски. Все чиксы, как чиксы, между ног киски. А у Маши два прокачанных трицепса вместо писки. Но я же, несмотря на все, ее любит искренно. А Маша его к себе не подпускает близко. У нее режим, и Маши нет списка. Хотя есть Леша жив и сеанс у массажистки. Алина Ва мужик с улыбкой Джеймса Бонда. У него джип-хонда. Джип-хонда. Джинсы модные, в спортзале из года в год. Мышцы плотные, папы за ним до драки, как собаки голодные. И у Маши сыграли инстинкты природные. И она пошла в спортзал, где все горячие и потные. Все настоящие мужчины, вот они. Все они живут, как у наших животных. Так вот, а тут на джипе там самый важный. Да. Инструктор, я покажу к нему уже слегка влажный. Он потрогал мою попу, пощупал ляжки, я уже готов вся. А он дает бумажку мне, там написано упражнение, сколько каждого нужно сделать, чтобы быть красивым и отважным. И я взялась за красоту бороться, надо же. А он такой милашка, подбодрит, подскажет.
будоражит. Я поначалу даже не могла подмываться, ноги не раздвигаются, и не гнутся пальцы, и вдруг все валится, утром трудно подняться, но я все делала по его рекомендациям. Брала неделями я затекала 220, от постоянных нагрузок пошла реакция. По губе щетина тянется, и голос как у пьяницы, и тянет потом мужским сквозь другие станции. Забросила выпивку, танцы, пиццы и суши, хотела отдаться ему, но вышло только хуже. К тому же, вчера вечером, проходя мимо душа, я видел, как мой будущий муж у друга писку кушает. Так вот, слушайте по всем назидания, про Яшу, Машу и Пашу данное предание. Спорт — это зло, от него одни страдания. Проклятый или нахуй, хватит делать приседания. Хватит делать приседания. Стоп! Хватит делать приседания. Стой! Хватит делать приседания. Стой! 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 Спорт — это зло, но мне повезло. Меня это зло стороной обошло. Спорт — это зло, но мне повезло. Меня это зло стороной обошло. Спорт — это зло, но мне повезло. Меня это зло стороной обошло. Спорт — это зло, но мне повезло. Меня это зло стороной обошло. Уже бутылку воды дали.